приветствую тебя, Натаниэль Джозеф Клык. Я принцесса Эдора. Поздравляю, ты нашел 8 камней амулета, а эта задача не из легких. Чтобы попасть на Тигриный остров, тебе пришлось преодолеть много опасностей и испытаний. Не менее сложная задача. Ты победил лорда Амара, капитана моей королевской тигриной стражи, и получил последний камень. Ты доказал, что действительно достоин звания лучшего капитана звериного царства. С гордостью носи этот титул и амулет 9 жизней. Обладатель амулета владеет огромной волшебной силой и наделен 9 жизнями, самым близким аналогом бессмертия, доступным земному существу. Ступай, Натаниэль. Амар будет сопровождать тебя, охраняя амулет и твою жизнь. В амулете сокрыта великая магия, поэтому он не должен попасть в руки алчных или подлых людей. Береги его, как зеницу ока, и он будет служить тебе вечно.